гнусное бычание, под бодрое рычание, под дружеское ржание рождается на свет большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Довольно часто, когда просто у нас бывают такие коммерческие концерты, я предлагаю сам строителям устроить и для детей, потому что я считаю, что наших детей нельзя оставлять без человеческого внимания. Собака бывает зайчий, только от жизни собачий, только от жизни, собачий. Собака бывает, еще разочек, собака бывает зайчий, только от жизни собачий, только от жизни собачий, собака бывает зайчий. Несмотря на то, что зал довольно большой и довольно много было детей, вот, было впечатление такого семейной встречи, я бы так сказал. Все было настолько тепло, и дети были внимательны и организованы, и в то же время раскованы. Вот к этому нужно стремиться. Обскочи весь белый свет, никого смелее нет, а нашего Хасана, Хасан, браво, браво, хвала и отрава. Обскочи, проживи 2000 лет, никого положе нет, нашего Хасана, Хасан, браво, браво. Ну что вы, браво? Обскочи весь белый свет, никого мудрее нет, нашего Хасана. Солнцем Персии согрет, получи Хасан билет и Асану. Асана в переводе слав. Браво, браво. Хвала и отрава. Спасибо, ребята. Конечно, вы правы. У них еще, у вас еще. После нашего посещения на ваш восторг нет воспрещения. Спасибо, ребята. Работать пора вам. И есть еще один куплет. Никого скромнее нет нашего Хасана. Очень правильный куплет. Никого скромнее нет вашего Хасана, вашего меня. Мы с Татьяной считаем, что маленький человек – это уже человек со своим миром, это личность, и к нему нужно так относиться, как к личности. И по возможности передавать ему свою любовь, ну вот, к поэзии, к музыке хорошей там, и так далее. И все это нужно начинать буквально с грудного возраста. Вот наши внуки слушали Моцарта или, там, скажем, Прокофьева, Петю и Волка буквально вот с 4-6 месяцев. Вот. И потом это дает свои плоды. Ну и еще как бы долголетие этих песен, секрет долголетия заключается в том, что в основе поэзия. Это не какие-то подделки, которые сейчас вообще очень много этого наплодилось, такие коммерческие подделки а-ля Евровидение вот, для детей с притопом, с прихлопом. Я даже не знаю, на кого это рассчитано, как на каких-то недоразвитых вообще существ. Вот. А наши песни, они, тут уже не моя заслуга, это просто заслуга наша в том, что мы это выбираем. Мы поем «Юнну Морец», «Маршака»,
Вот. Ну, есть молодые, вот Тим Собакин, Андрей Усачев, это очень интересные молодые писатели. Вот. Ну, вначале мы сочиняли песни для нашего собственного сына, теперь для внуков. Вот. Ну, просто эта аудитория расширяется. Вот сегодня она была такой. Любовь Москвы не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других следит. Александра, Алекс, город наш, этот город наш с тобой, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо, чтобы не бывало начале, удали тот все печали, вот и стало обручальным нам садовое кольцо.